Мальчишки в строгих костюмах, девчонки в вечерних платьях. Юные джентльмены и их дамы быстро вошли в образ, позировали фотографам, улыбались видеооператорам. Ребятишки быстро освоились в непривычной обстановке и начали веселиться вместе со своими новыми друзьями, героями любимых мультфильмов. Были в этот день и лезгинка, и современные танцы. Ребята сжигали под любимые композиции. Далее наступило время конкурсов и игр. Разделившись на две команды, девчонки и мальчишки приступили к упорной борьбе. К ребятам в этот день пришла и дизайнер Елена Данильчук. В течение месяца она проводила с воспитанниками реабилитационного центра «Надежда» мастер-классы по изготовлению вот таких объемных цветов и композиций. Ребята с удовольствием включились в работу и многому научились. В результате в реабилитационном центре «Надежда» изготовлена и установлена собственная фотозона. В спальнях маленьких воспитанниц центра появились цветочные композиции. Вы знаете, я зашла, когда там у них есть такая комната, мне не нравится название, называется «Изолятор». У себя на странице я выставила комната, где детки выздоравливают. И вот в этой комнате мы создали на стене фотозону, чтобы им было действительно приятнее выздоравливать. То же самое сделали со спальнями. Теперь они, засыпая, смотрят на что-то прекрасное. Это не просто темно-синие стены, это действительно что-то очень приятное. После того, как малыши хорошо напрыгались и набегались, тем самым нагуляв аппетит, их пригласили за стол. Повара ресторана «Сказка Востока» накормили детишек их любимыми лакомствами. А на десерт детишкам преподнесли торт, приготовленный специально для этого торжества кондитерским домом «Фарше». Дело в том, что когда человек, любой человек, есть потребность, чтобы видеть обратную связь. Когда он делает добро, он должен видеть. Вот именно вот тот момент сегодняшний, когда человек, делая добро, сам ощущает это своими руками и сам видит, что для кого это делает, до кого это доносит, у нас у людей вот из-за открытости еще появляется больше желания делать добро. Вот сегодня прибавились уже 2 спонсора, завтра еще. И приходят люди и говорят: мы хотим тоже делать добро. Это уже не первая подобная акция, которую полицейские проводят совместно с представителями общественного совета при МВД. И с каждым разом к таким мероприятиям подключается все больше спонсоров, которые неравнодушны к судьбе детишек, отказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.